Чижик-Балашиха, и там уже полно новинок, обалдеть. Ого, тут сколько новинок уже при входе. Какие-то мялки, сапоги, сумки. А тут эти самые вкусняхи. Белые семечки от Мартина, 54 рубля. Я такие даже не пробовал никогда. Ты пробовал, Оля? Ну-ка, Мила, показывай, кто это у тебя. Касатка? Сколько стоит? Не знаю. Что, это эксклюзивно в Чижике? Морские животные. Тут еще акулы есть, и вроде... Угу. Ну, ящички подешевели. Уже стоят 99 рублей. Вот такие. Это нормас. Вешалка на дверь стоит 149 рублей. Сушилка не подешевела. Шторки стоят 200. Манежница подешевела, стоит 150 рублей. А корзина такая, знаете, не маленькая. Ну, нормальных размеров. На одного человека вполне 250. Минажница подешевела. Салфетки. 129 рублей для протирки экранов. Ну, какая кофеварка, 800 рублей. А как ей пользоваться? Ну, я такую не знаю. И блендер там есть. И Миланины любимые наушники. Кстати, Милана их обожает, да? Можем всем советовать. Хорошие, классные. Вот эти корзинки не подешевели, да, Валь, классные? Вот если подешевели, мы бы купили 300 рублей. Банкетка тоже не подешевела, и органайзер не подешевел. Такой же и остался. О, кого? А, ну да, типа убираешь, холодильник порезал, убрал. Кайф, да? Мне очень нравится вот эта штука, да, доска-подставка. Блин, какая полка офигенная за 1400. На кухню бы нам такое, и большой за 2500. Вот они лежат. Вот 1400 маленький и большой. 1800, да, он стоит большой? Нет, это 1400. 2500. Надо ждать, когда подешевеет. Не, подождем, пока подешевеет. Потом есть еще телега вот такая с колесами. Ну, это сумка с телегой. О, соль морская, Валя, возьми-ка мне попробовать. Помнишь, мы такие покупали в этом, в Хофе? Хофе такая была, теперь 79 рублей. Самоклеющаяся пленка по 300 рублей, чтобы сделать стиль. Стилек. Отпариватель 1300. О, от тараканов это надо, Валь, смотри, почти разобрали. Проверь, они там на месте. За 80 рублей это подарок. Карандаш для очистки утюга. Средство антимоль. От моли нам не надо. Поглотитель запахов. Это куда этот? В холодильник? Ой, давай поглотитель запахов для холодильников возьмем. Всего 49 рублей. Так, сапоги. Кстати, сапоги шикарные. 46 размер имеется. Хорошие. Внутри утеплитель. У меня такие есть, на даче пользуюсь. Вот такие у меня на даче. Тебе надо? На матрасник 700 рублей. Валя, на матрасник нам на резинке не надо? Обзор на матрасник, Валюша. 140 на 200. На резинке, смотри, он даже мягенький, прикольный, да? Но у нас 160, у нас же диван. Также есть халаты за 1000 рублей. А вон он и отпариватель за 1300. Коврики. Коврики за 250. Подушка Грансон 1300. Вау, слушай, это антистресс подушка. Одеяло. О, топпер это, который выпрямляет стыки. Тоже хорошая штука. 2000 рублей, 160 на 200. Это наш размер, Валюш. Так, какие-то калоши. Милана хочет лего собирать. Вот Миланина касатка, которую вы видели. Еще есть акулы. А это кто, заяц там? Это дельфин, походу. Это дельфин и кит. Кстати, стоит 250 рублей. Очень даже недорого. Смотрим, что нового по вкусняхам. Сок. Персик. Сады Придонья. Торт Наполеон 150 рублей. Масло 99 рублей. Напиток добрый. Тропический. 79 рублей. За 79 рублей это неплохо. Еще морс Сады Придонья. Бруснично-малиновый. Вот это я попробовал бы. Обожаю морсы. Соус для макарон. С цукини и паприкой. Вещь. 129 рублей. Вино. Кейп Карусель. Пино Гриджио. О, кстати, вот такие прикольные вина. 429 рублей. Это что-то как Крым, по-моему. А нет, Южная Африка. Так, оливки. Вау, Валя, что это? Полка.
Смотрите, какая полочка на кухню симпатичная. Топчик вообще. Ну, как красиво так поставила. И туда все сложила, и разделочные доски. О, на ощупь приятная. Сделано качественно. Новые контейнеры, обратите внимание. Большие появились, стеклянные. 2 литра. В нем можно запекать, да. Сколько там градусов написано? 300 градусов. 400 рублей. Да. Тема. А можно мне пройти? Термос появился за 400 рублей. Черное мыло Агафья. Если вы хотите черный цвет Агафьи, то берите. 300 рублей. И Либрис за 200. Юникорн книга. Книга. О, морские обитатели, что такое, вышивка? А, вот вот эти антистрессики за 100 рублей новенькие. Они вот так, видите, на них жмешь. Фокус. Вот. Куча классная. О, есть это, покемон. Бульбазавр. Бульбазавр. Да. О чем не сказал самый богатый человек в Вавилоне? А я тебя нет. Как не бояться отказать и идти на пролом к своей цели? Для бизнес-тренеров книги тоже есть чижики. На столку, удержи баланс. Это нужно перекладывать так, чтобы не завалилась эта штука. Да. Ни в одну из сторон. 400 рублей стоит. Прикольно. Все, вроде мы все сняли. Забыл вам показать, что есть еще и палатка детская за 600 рублей. Лапша лагманная, 50 рублей.